Хотите накрутить лайки ВКонтакте? Ну тогда вам поможет приложение Лайк-обмен. Что для этого нужно? Нужно просто лайкать всякие фотки. Можно нажать экономить трафик, чтобы не было фоток. После входа в это приложение нажимайте накрутить записи со стены. Например, эта запись. Нажимаем на нее, пишем, сколько лайков вам нужно накрутить. Например, 6. Пишите ставку. Чем больше ставка, тем быстрее будут накручиваться лайки. Но при этом будут сниматься больше лайков. Я ставлю 10. Успешно добавлено. Ну все. Теперь просто ждем. Так, задание исчезло. Давайте теперь зайдем на мою страницу ВКонтакте. Так. Смотрим, 6 лайков. Накручено. Все работает. Если ваша страница не активна и вам не хватает лайков, можете спокойно скачивать это приложение. Ссылку я оставлю в описании. Ну, всем спасибо за просмотр, всем пока.